По всей этой 30 сообществе. Здесь растут не только граждане России, но граждане мира. Здесь растут ребята с планетарным мышлением, которые не только принимают задачи. Когда началась Великая Отечественная война, люди не ждали, пока их призовут в армию, а брали в руки оружие и шли добровольно защищать свою родину, свою страну. Вот именно на этом месте формировались вот эти дивизии народного ополчения. Стефан, вообще не меня. Что ты делаешь?